И снова здравствуйте, дорогие любители мелкой и не очень ихтиофауны городской пригородной. Я снова на рыбалке. На десне, на сливе. У меня первая поимочка. Окушок. Что-то. Пока, конечно, клев не очень. Оп, тебя обратно. Подальше. Ну, от нуля ушел. Хотя, конечно, сегодня у меня надежд немного. Были какие-то невнятные тычки на течении. Ну, а вот здесь вот первая поимка. Очень сильное течение. Открыта опять одна сторона шлюза. И с этим ничего не поделать. Как бы это ни переросло в экологическую катастрофу. Так, а там у нас какая-то старая кувшинка. Надо ее перейти. Вот так. Посмотрим, еще немножко побросаем, поглядим. В канале вообще рыбка какая-то есть, краем глаза видел, но почему-то брать не хочет. То ли не нравится. Мутняк, который пошел из-за сильного течения, то ли еще что-то. Здесь, как обычно, поверху бродит мелочь. Совсем мелочь. Ловлю я на косодаку двухвостку и достаточно крупную китайскую мормышку. Где-то 0,4-0,5 она. Ну, на таком течении это нормально. Попробуем куда-нибудь. Ох ты! Вот это полет! Да, конечно, заброс. В стекляхе. Качественный. В принципе, при такой длине, как я уже говорил, она бросает ничуть не хуже, чем тот же Crazy Fish. Аналогичные веса. А то иногда и получше. Ну, с контролем, конечно. Да, это стекло. Хотя рыбу, поклевку чувствую. Особенно, если это более-менее крупная рыбка. Хотя и как мелочь дергает, тоже чувствуется. Поэтому не все так плохо. А я буду продолжать пытаться что-нибудь поймать. Сейчас, наверное, еще немножечко попробую на крупную мормыху. Потом, скорее всего, немножечко. Ох, мелочь от кого-то убегает. Что-то есть надежда на что-то крупнее. Еще какой-то малышок. Опа! Красота! Как тебя спасать? Надо что-то доставать. Тыкс. Да тихо ты. Красивый. Оп. Все. И не больно. Хоп. Блин, какая расцветка, а? Оп. И опять. Кто-то мелкий. Упс. Да вы сегодня прям все одного размера, да?
О, красота, красота. Но это уже другая рыба, это с белым глазом. Это больше похоже на реального хищника. Давай, беги. С такой поклевкой. Прям шлеп. Че, выход что ли начался, блин? Которого так ждали. Вот на такую поклевку. Ой, на такую проводку. Похоже, это он пришел малька гонять. Офигеть. Вот здесь жизнь-то у них сложная. Мелочь гоняет чуть побольше, чуть поменьше себя. 0,12 грамм. Офигеть. Летают не на середину, но на треть. Рекорд на сегодня. Какой хищник. Хищник, хищник. Оп. Да что-то совсем все помельчало. Хвост обкусан. Но рыб клюет. На совсем безумную проводку. На мелкая дрожь. Ударчик был мелкоты. Поклевки на каждой проводке, только вот поклевки очень мелкого хищника. Бежал. Что ж, еще раз будем пробовать. Пока включал камеру, сбежал улов. Возможно, самый крупный на сегодня. Оно же всегда так. Непойманная рыба самая крупная. Так, закончил я рыбалочку. Что-то клюет только мелочь. Чуть попозже понашел народ.
с боковыми кивками, но у них тоже не особо богато. Решил я еще посвятить минут 15 самому сбросу, самой бурлилке. Может быть, что-нибудь попадется там. Но это не точно. Ух!